День народного единства в России отмечается более 10 лет. Его основная идея – обратить внимание жителей нашей страны на то, что она многонациональна. И сила ее заключается в добром соседстве, которое создавалось здесь столетиями. Традиционно в рамках празднования Дня единства в Славянском районе проходит полюбившийся всем фестиваль творчества «Венок дружбы». Что может лучше рассказать о самобытности национальной культуры, как не язык творчества? Один из самых универсальных языков – это танец. В рамках концертной программы «Венка дружбы» коллектив с очень созвучным теме праздника названием «Ритмы планеты» показал одну из наиболее сложных для исполнения, но при этом самых любимых постановок – венгерский танец виноделов. Банки на головах девушек изображают вино и держатся только за счет осанки и высочайшей координации движений. Каждый народный танец – это особый мир, в который полностью должны вжиться артисты. Но сделать это не так сложно, ведь в языке танца разных народов очень много общего. Язык танца объединяет народности, конечно же, они движения все переплетаются друг с другом, что в кавказских, что в молдавских, что в венгерских, в кубанских также. И есть даже какие-то определенные движения, которые вот повторяются, допустим, в кубанском есть чакра, там, ножками вот так же, также и в аварском танце есть такие же движения. Фестивалю «Венок дружбы» уже много лет, но в формате общерайонного мероприятия он проходит в третий раз. Фойе городского дома культуры на время фестиваля превращается в выставочный павильон, где все поселения представляют блюда национальной кухни и элементы культуры разных народов. Мы представляем Республику Беларусь. Она очень близкий нам народ. А многие люди живут. У нас даже станица Черноярковская, 7 человек живет белорусов. Поэтому не понаслышке мы знаем, даже речь эту слышали. Но я считаю, почему надо вспоминать о многонациональности. Потому что народы смешаны, мы дружим, мы любим друг друга, женимся, детки у нас дружат. И мне кажется, что если мир не пустые слова, а мир в душе у людей, мы уважаем их, поскольку мы знаем их, тогда будет настоящий мир не только между людьми, но и между народами. Долма и соленое сало, чак-чак и мамалыга. Все эти блюда не деликатес. Они частые гости на столах жителей нашего района, потому что в нашем муниципальном образовании проживают представители более чем 50 различных национальностей. И их традиционные блюда постепенно становятся частью культуры всего поселения. Было совсем несложно. Мы очень близкие по духу и по культуре. У нас такой же солнечный, теплый край, как и сама Молдова. И также успешно у нас производят и вино, и также выращивают виноград. Поэтому очень все нам близко и понятно. Очень дружелюбная страна с шикарными виноградниками, с вкусным вином. Национальное блюдо мамалыга очень нравится нашим жителям. У нас в поселении есть много семей молдавской национальности, поэтому мы максимально приближенно приготовили это блюдо по их рецепту. Поэтому каши у нас любят все. Все, кто пробовал, угощался, все оценили наши кулинарные способности. И хотя молдаване, живущие в прибрежном поселении, вряд ли дарят своим соседям на весенний праздник кукол-обереги, которые называются мерцешоры, зато всегда придут на выручку. Сосед соседу, неважно какой национальности, всегда придет на помощь, поддержит, угостит, пригласит в гости. Это в нашем поселении очень-очень развито. Мы всегда дружно собираемся, посещаем мероприятия различные, всегда вместе, всегда дружно. Люди, которые знают культуру разных народов, несут яркий пример взаимопонимания и сплоченности. Обращаясь к собравшимся на гала-концерте, глава района Роман Синеговский отметил. Сегодня приятно было видеть, что каждое поселение представляло ту или иную страну, ту или иную национальность. И было ясно и понятно, что многие русские сегодня живут с украинцами, с белорусами. И все подряд где-то пересекаются, где-то живут, трудятся, работают. Поэтому, конечно же, нам нужно, чтобы мы были вместе, конечно же, нам нужно, чтобы мы уважали традиции, чтобы мы уважали обычаи, чтобы мы уважали друг друга, прежде всего, культуру наших национальностей. Каждое поселение района за проявленную активность в подготовке фестиваля получило благодарственное письмо и ценный подарок. На сцену в этот день выходили творческие коллективы района, чьими силами и был подготовлен праздничный концерт. Thank you.
Мир и дружба между жителями разных национальностей укрепляются через музыку и искусство. Какой бы национальности ни были жители нашего района, все они россияне. Вместе в мире и согласии, живущие на благодатной земле Кубани. Об этом была каждая композиция, показанная со сцены. Народное творчество и искусство помогают укреплению мира и взаимопонимания между представителями разных культур и этносов. И какая бы кровь в нас ни текла, невозможно оставаться равнодушным, слыша широкую кубанскую песню или темпераментный ритм кавказского танца. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».